Всем привет! Вот, наконец-то я получил свою посылочку. То есть, как посылочку? Не то, чтобы посылочку. В общем, это стамески от Никиты Баулина. Такой есть у нас парень. Кует инструмент хороший. И вот я у него заказал две таких полукруглых стамески широких. И вот, он сразу прислал заточенные, вот я их даже не правил, ничего. Вот, это вот так вот режет березу. Чисто, легко, ровно. Поперек волокон. Заказывал я у него стамески без ручек. Он делает так и с ручками, он делает всякие инструменты, и стамески, и резаки, и все, что с резьбой по дереву связано. И вот, меня просили обзор, кого стамеском сделать, и вот я делаю это вот, березу. Кедр он вообще вот, даже не чувствуется, режет как масло. Опять же, поперек волокон. То есть, прекрасный такой инструмент, приятно работать. Вот, ну я говорил, заказывал я у него без ручек, чтобы самому ручки сделать, потом я их обточу, как мне будет удобно. Вот. И, в общем, Никита, мы с ним познакомились года 3 назад на фестивале в Новосибирске. Там была ярмарка, мы там с ним познакомились. Потом общались с ним ВКонтакте. И, в общем, решил я у него заказать стамески, парочку. И заказал, он мне сделал. Ну и когда дошло дело до того, чтобы... Он вроде как живет у нас на Алтае, или я к нему поеду, или как, или посылку посылать. И выяснилось, что оказывается, он еще и живет он в соседней деревне от меня, то есть в нескольких километров. Вот бывают такие совпадения. Вот, и в общем, под видео я ссылку на него, на страницу его ВКонтакте оставлю. И кого интересует инструмент, обращайтесь к нему. Вот, в общем, мне его стамески эти очень понравились. В дальнейшем, кто смотрит мои видео, я думаю, вы еще не один раз их увидите.